дыни, арбузы, пшеничные булки, щедрый зажиточный край. И на престоле сидит в Петербурге. Ну, пока ищу, что-нибудь включаю. Посмотреть. Ну, висит. Вы откуда будете, если не секрет? С Украины. Это и так вижу. Город важен. Город какой? Ну, это, важнее, как бы, юг центральной Украины. Винница, что ли? Город такой. Ну, да. Ну, не Винница. Винница как раз центр. Как раз ближе к центру и ближе к югу. Ну, Кропивницкий, значит. Что, в Нет, западнее. Западнее. Западнее, да. Но... Есть воды. Ну, понятно, да. Ну, хорошо. Вы с чем беседуете? Ну, конечно. Что, конечно? Когда-то говорил Кеня Ладыжинский. Ребят, вы помните? Ну, да. Что-то припоминаю, да. Ясно. Так кого? На какие темы в рулетке беседуете? На разные, кроме квантовой физики. Жаль, а я вот по квантовой физике иногда беседую. Ну ладно, давайте на иные темы, чем квантовая физика. Может, у вас вопрос такой интересный есть? Ну, вопрос один, когда поменяете не свежего клона на свежего? Не свежего клона на свежего? Не свежего клона на свежего. Не, ну что нам мы решим, вопрос один. Что нам уже надо есть. Когда? Не свежего клона на свежего. Да, когда? Ну, когда свежее, will be expired, как говорится. Когда не свежее, will be expired. Ну, не свежего, уже клопы съели. У каждого субъекта есть свой срок годности, или срок каденции, или срок иного. Где-то так. Да. Ну, да, ладно. Когда снизу, говорят, почему пиратов пирогов, но сохранился лучше, нежели мы, видимо, бальзамировали по пирогову. Нет, вот в том-то и дело. Если бы они бальзамировали по пироговской технологии, то бы он тоже сохранился. А коммунисты отказались использовать... имперскую технологию, они взяли свою, которая в 84 раза дороже оказалась. Вот и все. За счет дорогих формалин, что ли, или исключенных денег? Нет, ну, в общем-то, там не только формалин, там есть смесь в определенной пропорции концентрации, как говорится. И это вот секрет Пирогова, он оставил, но коммунисты решили имперский способ не использовать, потому что он имперский. Ну, причем империя, это научный. Ну, да. А вот кто-то из... я вот не помню кто, но кто-то из этих самых, из бывших коммунистических стран, когда бальзамировали, то ли Вьетнам, то ли еще кто, использовал метод Пирогова. То ли Хо Ши Мина, то ли еще кого-то, да. Они использовали именно метод Пирогова, а не Ленина, да. Ну, это то ли ины, я не знаю, я вот не знаю. По-моему, все-таки вьетнамцы использовали. Да. Ну, я знаю, что Кушамина, да, да. Пирогов, в принципе, я очень много сказал. Я хотел показать ины. Ну, да, да. Но Пирогов, да, кто спорит о том. Позитивный деятель. Ну, окей, еще вопросы есть какие-нибудь? Я не понял, еще раз повторите. Не свежего голубя, когда поменяете на свежего. Не свежего голубя или кого?
А что за Вова, я не знаю. Я вообще-то из Канады. Да. Там Вов этих свежих, не свежих, там их пруд-пруди. И у вас, Вова, я понимаю, это VPN. И у вас, Вова, то ли свежий, то ли не свежий, не поймешь там, какой Вова. Ну да, да. Понятно. У нас взагалі клініка. У нас кажуть, то були не вибори. Це були не вибори, це просто як ні. Протестна акція була, так? Це була медкомісія. Да. Провіть перевірити суспільство на адекватність. Ну, а чё вы на мову перешли? У вас мова родной язык, что ли? Дело в том, что я украиномовный. А чё ж начали со мной по-русски? Я, в принципе, мову понимаю. Ну, если вы разумеете, то это хорошо. Бо я украиномовный, у нас в регионе. Ну, я знаю, я понимаю. У нас в обезжении, навіть якщо росіяни, тут десь третина є приїжджих, але вони ще російські нашої людини, а вони там діти вже українські. Ну, понятно. Це значення, телебачення, школи, інтенції, літературні культури, і спілкуються вже українські. Ну, ясно, ясно. Де має російського Ну, это у вас, я знаю, у вас там в Центральной Украине, я знаю, да, да, это так и есть, да. И вот, инколи так, почуя сегодня российскую мову, можно отключить и больше Ну, понятно. Ну, ладно, еще есть какие вопросы, да? А то вы вы немножко прерываете. А то вы не... А до кого у вас есть вопрос обычно? Все. Ну, я же скажу, у меня долетели питания. Ну, я понял. Ну, до русских есть? Ну, русские. Есть вот украинец, есть русский. Этнос, национальность. А россияне это гражданство. Кто имеет российский паспорт. Это ж разные вещи. Я не знаю такого. Ну раз не знаете, ладно. Я понял, понял, да. Я знаю, что російськомовний єврей є понятно. Погуглите перепись Украины, перепись Украины от первого года. Там украинцы 77%. Ну, последняя перепись у вас была в первом году. В первом году. В 2001 году. У вас была последняя перепись в 2001 году. Там вот там написано Украина. Нет, если по-русски читать, в русском варианте, в русскоязычном, там написано украинцы там все. Нет, не в российском, а в российском это смовы. Именно на русском языке, если читать эту перепись, там будет первая строка украинцы 77% от населения, этнос. Все, слился. А он как будто невзначай, всего лишь доллар дал начать. Наверное, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгой да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма. Буде, що буде. От, кінці-кінців завдання у вірусу, щоб ми жили як гума довше. Це так. Тому цей вірус, це унікальний вірус, дуже, дуже сексесфул. Ні, удачний. Вдалий, дуже вдалий вірус. Він не вбиває швидко, його не можна почути довго, але ти вже являєшся Масієм. Як? Масієм.
носить, носишь. А, він вже носить цього вірусу.